тиновым тоже. Вот такая вот гель для душа. Пахнет тоже очень вкусно. Я буду носить вот такой шампунь. Друзья, всем привет! И сегодня я покажу вам свой обыденный ритуал принятия душа. Поехали! Так, ну что, друзья, сейчас я покажу вам свои средства. Свои любимые средства, которыми я пользуюсь постоянно, когда принимаю душ. Самое основное – это, конечно, шампуни. Шампуни и уход за волосами. Это вот такая линейка шампунев. Капус, я не знаю, как это правильно. В общем, вот такой шампунь и бальзам. Они с таким ментоловым эффектом создают небольшой холодок на коже головы. И не только на коже головы. И еще вот такая маска тоже. Маска с пантенолом, тоже вот такая вот маска, очень классная, она тоже с холодком, я вообще поняла, что я очень люблю холодок, вот, и мне прям доставляет это вообще большое удовольствие мыться. Значит, далее, вот такой вот гель для душа, он очень вкусно пахнет, давайте понюхаем с вами. Здесь собраны цитрусовые ароматы, вся экзотика. Я даже вам сейчас скажу, из чего он сделан. Нет, не скажу. В общем, он с экстрактом маракуйи и витамином Е. Просто кожа от него бархатистая, мягкая, очень классный. И далее. Это вот такой скраб для тела. От него получается гладкая кожа. Упругая, эластичная. Давайте посмотрим. Пахнет тоже очень вкусно. Сегодня я наносить его не буду, потому что я немножечко обгорела. Смотрите, моя кожа теперь красная, и, к сожалению, скраб нельзя наносить при красной коже, когда кожа еще недавно была на солнце. Ну что, давайте я вам покажу, как я мою голову. Я буду носить вот такой шампунь сейчас. Свой любимый шампунь.
Обычно я наношу скраб. Обычно нужно немножечко подождать, пока бальзам впитается в структуру. И обычно я в это время наношу скраб, либо гель для душа. Как сейчас я, допустим, это сделала. Вот, обожаю это.